Приветствую всех, кто смотрит данный ролик, данное видео. И сегодня я расскажу о конструкторе стратегии, ну, по крайней мере, как ей пользоваться этой табличкой. Долго сам разбирался, но попробую вот в этом коротком ролике вам объяснить. Итак, если вы получили вот такую ссылочку, вам нужно создать копию. То есть нажимаете «Создать копию», здесь вы называете это название, соответственно, у вас еще должен быть сервис Google подключен, то есть у вас должен быть Google диск. Если этого нет, у вас ничего не получится, так что рекомендую Google почту завести. Итак, копия конструктора, вот я специально для вас создал, здесь мы уже потом можем сменить наше название, но все, в любом случае у вас тут будет копия конструктор стратегии 5.6. Итак, стратегия по целям или депозитам здесь можно выбрать. Вот цели, депозиты, это все вы можете выбрать. Начальная длина цели по стратегии можем выбрать. Сумма еженедельной выплаты по стратегии. Также, если у вас будут возникать какие-то вопросы, здесь всегда есть видео. И эти видео вы можете просмотреть на официальном канале Суперкопилки. То есть здесь вы вот можете вот просто скопировать, либо сразу перейти по этой ссылке и посмотреть, как импортировать. Все подробно. Единственное, это будет занимать достаточное количество времени. Ну, попробую рассказать кратко как-то по этой таблице. Укажите ваш КСВ. Что такое КСВ? Коэффициент своевременного вклада. КСВ общий, КСВ защитный. То есть у нас здесь КСВ, он непосредственно, он устанавливается вот в этой табличке. И КСВ вы можете найти в своем кабинете. КСВ это у нас вот у нас КСВ, своевременный вклад. Вот здесь вот вы можете КСВ свой посмотреть. Вот вы видите 1.25 КСВ, сумма выплат, сумма вкладов. Все вы это можете посмотреть, все здесь в кабинете у вас есть. Итак, укажите процент промокода, если у вас есть процент, там, какие-то промокоды, также вы их можете в кабинете все увидеть, ваши промокоды, вот они. То есть у меня есть промокод на 17%, на 16%, на 14%, на 14%. То есть из расчета этого мы тоже можем многое здесь что узнать. Используйте внешние данные для расчета ROI. Если у вас внешних данных нет, соответственно, вы ничего не указываете, просто нет, оставляете и все. Игнорируйте при расчете стратегии с рекламным режимом. То есть здесь можно рассчитать абсолютно все. Вот, вы создали копию, я вам уже показал, то есть вы зашли в файл, создали копию, вы зашли в конструктор стратегии и вы хотите выстроить стратегию. Здесь есть автоматические стратегии, занять рекламный режим, дополнительно пересчитать карму на странице, рассчитать пополнение и выплаты, занять по полной с рекламным режимом, импорт существующий из личного кабинета. То есть все это вы можете увидеть из видео. Обслуживание расчета, очистить текущую вкладку с расчетом, создать новый пустой, удалить все вкладки, удалить вкладки расчетов, кроме текущей. Смотрите, после того, что вы, например, строите стратегию пассивного дохода, у вас будет всплывать вот такое окно. Требуется авторизация. Вы нажимаете «Продолжить» и даете разрешение на эту табличку. Смотрите, всплывает вот такое предупреждение, не предоставлять доступ или дополнительные настройки. Google у нас неадекватно иногда ведет по отношению к таблицам, но в любом случае вы нажимаете вот сюда и у вас будет перейти на страницу расчета. Написано, что небезопасно, разрешаете, все. То есть все это надежно, все это отлично. И вы переходите непосредственно на ваши стратегии. Вот у вас откроется вот такая страничка, здесь стратегии. И здесь вы можете тоже также автоматически построить стратегию пассивного дохода. То есть так как у нас ничего не указано здесь, соответственно, нам сначала нужно это все сюда загрузить. Мы продолжаем. Итак, мы создали нашу копию. И что мы будем делать? Здесь мы можем рассчитать наш пассивный доход.
начальная длина недели по цели, по стратегии. Здесь это все высчитывается автоматически. Здесь сумма еженедельной выплаты по стратегии. То есть здесь вы выставляете недели, здесь вы выставляете сумму. Вот сумму я выставил вот такую вот 50. Ну, некоторые люди у меня там просят, а сколько, когда я буду получать по 50 долларов в неделю? Вот, мы вносим сюда свои данные и выбираем именно либо по целям мы заходим, либо по депозитам. Вообще, выбирать абсолютно каждому любому, как вы будете заходить. Табличка наша все подсчитает. Ну, сразу говорю, сумма еженедельной выплаты по стратегии вот 50. Сразу говорю, что 50, ну, не очень серьезная сумма. Давайте построим по 80. По 80 и посмотрим. То есть не особо огромные деньги у нас там выйдут. И здесь есть у нас вот такие тоже вкладочки. Вот, построение закольцовки, добавить стратегию закольцовки в соответствии с параметрами. Чуть позже к этому перейдем. Мы тут чуть-чуть отложили нашу. Смотрите, ваш КСВ, вот у меня КСВ защитный. И у всех, кто только начинает участвовать в суперкопилке, КСВ защитный. И промокод у кого-то есть, у кого-то нет. Но в основном люди заходят без промокодов. Итак, что мы делаем? Мы делаем, опять же, вы создали свою копию, вы выбираете либо по целям, либо по депозитам. По депозитам суммы будут совсем другие, по целям суммы будут другие. Ну, давайте посмотрим, сколько у нас будет по целям. И сделаем, вот если вы на рекламный режим заходите, соответственно, мы нажимаем рекламный режим. Построить стратегию с заполнением рекламного режима. Будет создан новый лист. То есть несколько листов у меня здесь создано. Мы нажимаем «Да», скрипт автоматически нам начинает считать нашу доходность именно по вот этой стратегии, которую мы с вами заказали. Сумма еженедельной выплаты по стратегии 80 долларов. Скрипт автоматически все считает, ничего вам вручную здесь заполнять не нужно. У вас рекламный режим со 2 по 16 неделю, подождем, что произойдет. Итак, скрипт у нас через некоторое время посчитал, и мы можем видеть построение закольцовки при общей сумме вложений 523,56 теты через 19 недель, то есть если мы бы делали сегодня, здесь учитывайте, что все рассчитано именно в рекламном режиме, с рекламным режимом, и сумма у нас на выплату 80 мы ставили. Вот мы вносим 523 теты, через 19 недель мы сможем вывести первые средства своего баланса. Многие спрашивают, когда я получу свои первые деньги. Вот через 19 недель нам скрипт подсказывает, что мы можем вывести. Общая сумма запланированных выводов составит 1814,78 теты. Для 18 адаптации обнаружен недостаточный размер кармы. Рекомендуется повысить карму перед адаптацией. Ближайший пример, строка 183, дата 23.10.23 года. То есть, смотрите, у нас скрипт просчитал на несколько лет вперед. И мы здесь можем видеть, вот, какие суммы нам нужно вносить на 20 недель в рекламном режиме. Вот, мы можем это все видеть, и сумма пополнения, сумма выплаты, мы это все здесь можем видеть. Вот, сумма пополнения, сумма выплаты, сумма выплаты, сумма выплаты, сумма выплаты. То есть, внося вот эти деньги, которые нам посчитал скрипт, мы можем видеть, что 28.09 у нас выплата получается, вот выплата, у нас закольцовка сработала. 28.09, 79.76 и остаток на балансе у нас получается 12.93.
Те, кто стесняется обратиться к консультанту, можете пользоваться данной таблицей. Если у вас возникают какие-либо вопросы, вы также можете обратиться ко мне. Но я еще раз утверждаю, что Суперкопилка – это самый крутой проект. Ни в одном проекте нет такого калькулятора доходности, который бы соответствовал именно тем параметрам, которые дает само сообщество Суперкопилка. На этом я заканчиваю. Остались вопросы. Ссылка на регистрацию под этим видео. Контактные данные под этим видео. Пиши, звони, пообщаемся.